готова? Да. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1973 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Тама. И я даю команду, если в биороботе еще находятся копии, голограммы, все чужеродное, значит, 3. Сейчас сила моего намерения выходит и становится рядом с Еленой. 1, 2, 3. Вышла тонкая копия. Только тонкая копия, больше ничего, да? Да. Хорошо, защищаем ее физический биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта, берем ее в защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копией Елены поднимаемся в комнату диагностики. Мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли Елена к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она показывает на себе и кивает. Хорошо. И Елена стоит в сканере, и я даю команду. Сканер на счет 3 начинает сканировать все 7 тонких тел. Вычипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Выстраивает от них каналы, ведущие в клетку тюрьмы ответственные. По этим каналам притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложник. 1, 2, 3. У нее демон. 2 арахноида. Вот о них я говорила. 2 арахноида. И ноги холод шел. Поехали выше. Кто там занял весь верх? Спрут? 2 их. Спрут и дракон. Ох. Спрут. Какой дракон? Синий дракон. Дракон синий. Никто не агрессирует? Нет, но у нее вот это, ну, я так поняла, что это демон, а на ней снизу что-то одето. И вот это, что надето на ней, сила моего намерения сейчас снимается с Елены. 1, 2, 3. Все выходит из биополя, зависает в воздухе, начинает наматываться все нити, ведущие, имеющие ту же частоту, что и эта накидка. Это, знаешь, как какие-то ботинки, они переходят в гольфы, и потом как такие, ну, трусы, я бы сказала, так, ну, или штаны, но они все большие, они больше ее. То есть они занимают какое-то такое большое пространство. Хорошо, я их разрезаю на счет 3, 1, 2, 3, и безболезненно все выходит, зависает в воздухе перед ней. Наматываются все нити, оставшиеся энергии, остаточные энергии начинают выходить. Сила моего намерения из Елены. 1, 2, 3. Все наматывается в клубок. И вот ноги у нее горят сейчас от них, они красные все. Они потом... ушли, Вера, или нет, я не пойму. Да, намотались. Хорошо, все вышло на этой частоте? Да. Отлично. И открывается портал в галактической ядро и производим сброс этого мусора. 1, 2, 3. Хорошо, так. У нас 4 канала. Считай частоту герцогу демона. 17? 13. 13. Хорошо. 2 арахноида, спрут, дракон синий. Какие цифры на дракона? 316. Хорошо. Обращаясь ко всем присутствующим, вы обнаружены. Сейчас происходит чистка Елены. Мы здесь находимся по воле излияния Елены законно. Вы находитесь здесь незаконно и пройдете сегодня следующую процедуру. Первая это будет процедура реверса. Мы отдадим вам все темные энергии. Заберем у вас все светлые энергии. После этого я дам команду выйти каждому и забрать, если что-то еще осталось в биополе у Елены. После этого я провожу проверку 2 миллионами герц. И тот, кто забудет что-то, по каналу сгорит в клетке. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо. После того, как все заберут, я вас отпущу на вашу частоту.
предварительно вы мне дадите слово, что вы больше в это тело не придете, потому что с этого момента я начинаю его проверять. И вторая встреча со мной уже не закончится отпусканием вас на вашу чистоту. Человек сегодня прочитает манифест, и там будут стоять слова, все интерференты уходят в галактическое ядро. То есть, в следующий раз вы уходите в галактическое ядро. В этот раз, сегодня, вы уйдете живыми и здоровыми. Если, конечно, не будете мешать мне работать и не будете меня обманывать. Все поняли все, да? Да, все поняли. Очень хорошо. Надо уточнить. Есть же непонятливый. Обычно кто-то агрессирует в этот момент, кто-то внимательно слушает. Хорошо. И я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную... К Елене, энергии страха, неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Ну, от демона идет черно-красное. Какая-то энергия идет, вот боль, слово с ним вместе. Ноги. Так, демон, когда, как долго ты находился в этом биополе? 10 лет. 10-11 идет. Так долго. Ну, вот, на чем ты подцепился? Он и наплел вот эти штаны какие-то ей. За 10 лет можно. Времени достаточно. Хорошо. Где ты подцепился? На какой энергетике? Какая ситуация? Расскажи мне. Слезы. То есть ты хочешь сказать, это был какой-то траур, да? В 2010 году. Это было 11 лет назад. Кто-то умер. И там было горе в семье, да? Или какое-то горе было? Но он показывает бесконечные слезы. И вот он сидит, на нее смотрит. Ага. Несколько раз он подходил, и потом зашел, и остался. Хорошо, Елена, теперь вы знаете причину подселения демона. За какие боли ты был ответственный, демон? Тяжело ей, ноги. Вот эту ноги. Тяжесть он на нее повешал. Ну, понятно. Низ и ноги. Низ, не живота, а спины. Индиктоиды, как долго вы находились в этом биополе? 5 от них идет, и они показывают выше по клетке. Первый зашел спрут, потом дракон, потом они. Хорошо, переходим к спруту. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? Спрут тоже зашел 11 лет. Что-то слишком долго человек жил с такими паразитами. Наверное, достаточно энергии давал. И дракон синий, как долго ты сидел в этом теле? 3 года. 3 года. Все понятно. Ладно, хорошо. Закончился реверс? Нет, не 3 года, он врет. Дракон, ты врешь? Дракон. Задом повернулся он. О, отлично. И я включаю печать дракона. 1, 2, 3. Да, будет говорить 6 лет он. Нет, 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 я тебе уже не верю. Удар 100 000 герц. Ну, он ошибся. Уменьшая дракона в 2 раза. 1, 2, 3. Да, будет так. Он просит остановиться. Вот теперь я говорю стоп. Вот таким ты и останешься. Это тебе за твое воспитание. Будешь знать, кому задницей поворачиваться. Теперь ходи так. Все. Так, как у нас с реверсом? Закончился? Да. Отлично. Устанавливаем фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Елена забирает чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные. Чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Елена себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает всю свою себе обратно. Вторая попытка дракона. Спрашиваю, как долго ты сидел в этом теле? 6 лет. Почему ты зашел в это биополе? Покажи ситуацию, когда ты зашел. На каком основании ты здесь находился? И думай о неправильных ответах. Ну вот он показывает, он над ней кружил. Долго кружил. Ну, до тебя там спрут уже и демон сидел. Да, и потом он как вцепился в нее, спустился как коршун какой-то. Какая ситуация была? Где он вошел? Во сне? Какую? Нет, это какая-то ссора, спор. Угу. Спор какой-то.
А что там за энергетика такая на споре, что он заходит? Бесконтроль. То есть там крик был или что? Я не пойму, какой бесконтроль? Но он мне показывает картинку, вот она ругается на кого-то и вот, ну, поднимает тон и не понимает, права она, не права, то есть у нее привычка реагировать так. И вот он кружился, и потом решил, что он оттуда сможет что-то взять. Понятно. Значит, Елена... Понял. Значит, Елене тогда даем информацию. Елена на этот неконтролируемый крик заходит вот такие синие драконы. На эти споры никому не нужные. Поэтому надо все действительно держать под контролем. Это, в принципе, этот совет всем людям полезен. Все, как у нас с реверсом? Он закончился? Все отдали? Или еще идет? Он закончился. В пруд сейчас выходишь, достаешь все, что ты оставил в этом биополе, ничего не забывай, и возвращайся в клетку. Пруд, он сидел на голове. Да. И он тут, он показывает себя, вот эти вот его лапы, они по всей голове, и он как насос работает, вот так, как откачивает с нее что-то. В его интересах все убрать, иначе он хоть мешал малейшее... ее развитию. А, мешал ее развитию. Мы уже видели такое, когда каша в голове была, помнишь, этот прута? Ну вот эту кашу он мне сейчас показывает четко. И она выглядит как такие, как лабиринт, и в нем какие-то вот его вот эти белые шарики, что ли, как энергии какие-то. Вот он их все. Мне он что-то манную кашу напоминает. По лабиринтам. Но это он просто вот как увеличил очень сильно. Гордится своей работой. Показал, как она под микроскопом выглядит. Понятно. Хорошо, Вера. Видишь, как тебе повезло. Мне очень повезло. Да. Такие вещи видишь. Шикарные. Он собрал все. Хорошо. Я сейчас обращаюсь к инзектоидам. Выйдите и заберите все, что вы оставили. Инкубатор забираете, всю жидкость, ничего не оставляете. Да, здесь тоже позвоночник задействован. Ну, они там крепят обычно свои все эти установки на позвоночнике. А живут сами в животе. Вернее, свой инкубатор держат. Просто удивляюсь, как они там все помещаются. Все забрали. Хорошо, у меня вопрос к присутствующим. А кто был ответственный за то, что человек вес поднял, вес у него увеличился. Кто это? Инзектоид, твоя работа или спрута? Инзектоид и демон. А, инзектоид и демон. Обращаюсь к синему дракону, вышел из клетки, забирая все, что ты оставил. Я буду проверять. Если хоть малейшая жидкость останется, ДНК, сразу моментально канал к тебе выстроится. У него пластины. Да, а что еще может быть у драконов? Кроме пластины голограмм, больше ничего. Присоски какие-то, ну, как провода, присоски, чипы. Понятно. Достал. Хорошо. Так, и у нас последний демон остался. Что-то еще есть там от демона? У тебя есть что-то еще на теле? Демон. Чар показывает. Это не твои. Это мои ляры. Это мои лярвы уже. Так что ты 10 лет практически работал. Зазря получается, да? И он говорит, что я для себя их ростил. Понятно. Но в чужом биополе. Дай. А что ты дашь Елене за это? Что ты ей дал? 10 лет боли. Так, давай сейчас просканируем тонкое тело, еще раз сделаем проверку. Значит, 3, 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел. Находит малейшие чипы. Да? Красная лампочка. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать тонкое тело Елены. Зеленое.
Зеленая. Хорошо, значит, все забрали. Демон. Да, он слушает. Выйди и возьми сейчас лярвы, все забирай, ничего не оставляй. У нее лярвы как... Вросли, черные. Они вокруг ног. Ага. Как змеи. Ужас. Пиявки такие на щиколотках, на обоих ногах. Ну, это обычно вот очень большие, с большими болями связано. И низ живота. Сниз живота там шел очень сильный холод, конечно. А еще он говорит, что у нее на груди, угу, на сердце большая боль. И он бы ее тоже мог собрать, если мы позволим. Мы сделаем по-другому. Я сейчас даю команду, и Елена дает отторжение. Вот эта боль, которая у нее на сердце, начинает выходить из ее биополя и зависает перед ней до последнего микрона, наматывается на этот шар, уплотняется до последнего микрона. Вся боль выходит из сердечной чакры. Все крутится. Но да. Делает, но она настолько к ней привыкла, что она не поймет, вышла она или нет, эта боль. Наш демон может всю боль эту вытащить или как? Лучше меня или что? Лучше. Ты можешь сделать лучше Елены. Я ей говорю, хорошо. И я даю команду. Сила моего намерения. Начинается отторжение вот этой боли у Елены в сердечной чакре. Все. До последнего микрона начинает выходить. Зависает перед ней в воздухе, начинает наматываться, как на веретено. Все нити слетаются этой боли до последнего микрона. Шар начинает крутиться с большой скоростью, все вылетает, вся боль, последние ниточки сердечной боли выходят. Серый шар намотался. Вышел? Большой шар? Средний, я бы сказал. Хорошо, отправляем его к демону в клетку. 1, 2, 3. Забирай. Хорошо, все, значит, ты все сейчас получил и все забрали. Я готов отпускать всех присутствующих. Хорошо, демон, ты готов уходить? Готов. В это тело, ты понял, уже больше приходить не стоит. Потому что мы это тело будем проверять, это биополе. И никто из вас не хочет со мной второй раз встретиться. Правильно? Вайт. Не слышу. И вайт он. Хорошо, открывается внизу портал на чистоте демона 1, 2, 3. И демон уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяясь, ставь огненную пентаграмму. Есть. Хорошо. Инзектоиды, вы готовы уходить? Да, готова. Больше, пожалуйста, не приходите в это биополе, оно будет проверяться. Вам понятно, да? Да, им понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инзектоидов. И инзектоиды уходят на свою чистоту, забирают все, что они с собой принесли. Есть. Хорошо. Спрут, ты готова уходить? Спрут готов. Да, больше в это тело не приходишь. Понятно тебе, да? Понятно. Открывается наверху портал на чистоте спрута 1, 2, 3. И спрут уходит на свою чистоту безболезненно. Забирает все, что с собой принес. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Дракон, ты хочешь что-то мне сказать? Дает честно драконе слово и просит тебя вернуть его рост. Хорошо. И возвращая дракону синему его размеры, первоначальные, 1, 2, 3. Готово, хорошо. И готов уходить? Больше в это тело даже не думай приходить, понятно? Он тебя просит его рассинхронизировать. Да, конечно, хорошо. И я даю команду на рассинхронизацию энергии дракона с энергией Елены. 1, 2, 3. Начинается полнейшая рассинхронизация энергии. Дракон забирает свои энергии. И Елена забирает все свои частоты, которые были связаны с биополем демона. Все, до последнего микрона. Полнейшая, 100% рассинхронизация. Готово. Хорошо, все. Дракон готов уходить? Готов. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Подхожу, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом 100 тысяч герц сжигая все каналы. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Пали.
И открывается портал в галактическое ядро, и они улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если что-то есть, выходит. Чисто. Переходим на чистоту неупокоенной бесплотной души. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. У меня есть подселенец какой-то. И сила моего намерения. Подселенец идет в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Кто там? Ну, это что-то такое небольшое в черном плаще. И снимает... оно с кладбища. И оно с кладбища? Это она что-то подхватила низковибрационное? Да. А что ты такой вообще? Там снимаются все маски и голограммы, фантом предстоит в первозданном виде перед нами. Ну, это что-то, я не знаю, как его назвать, мохнатое. Оно как в накидке, и низкие вибрации у него очень. Оно на тебя не воздействует? Нет. И я спрашиваю сущность, пусть она скажет, что она такое вообще, и что она здесь делает. А, значит, какой-то, как он говорит, житель, кладбищенский житель. И он показывает, что на кладбище очень много горя, которое формируется в определенные сгустки, как на людях лярвы. Вот эти сгустки превращаются, ну, как обретает определенную такую форму. И на них человек наступает или как? Или они в него подселяются? Они как проходят вот через тело человека и остаются там. То есть они свободно могут проходить? Там, где нет защиты или как? Или там, где низкие вибрации? Ну, низкие вибрации больше. Ну, на кладбище никто не идет праздновать, поэтому там все с низкими вибрациями, безусловно. Так, и куда же тебя отправлять? На его чистоту будем отправлять, да? Да. Хорошо, открывается чистота, открывается портал на чистоте этой сущности. Внизу 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту и забирает все, что он там у него есть. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. И это еще. Вот так вот по кладбищам ходит. Хорошо, поехали дальше. Ну, в принципе, у них там легкая игра, люди-то на горе. Вибрации там от 4 Гц до 7 Гц, там любая сущность может, черт может заскочить, не говоря уже о высокогерцовых демонах. Хорошо, поехали дальше. Переходим на чистоту негативной эгрегора, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Есть. Хорошо, мы закончили ее чистку, у нас остались еще вопросы. Тогда сейчас будем вызывать куратора. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам в комнату диагностики куратора или учителя 1973 года рождения. И просим прийти к нам в комнату. А, женщина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде. Ну, у нас ангел в комнате. У нас ангел в комнате. Мы приветствуем ангела. И он нас приветствует. Друг, понимаю, Елены. Елена, Вера, чуть громче говорю, у тебя микрофон упал. Как нам обращаться к ангелу? Михаила. Михаила? Да. Очень красивое имя. Приветствую, Михаила. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашего подопечного, подопечной, вернее, Елены. Убрали всю там интерферентов, заправили ее энергиями, все эгрегоры поуничтожали, все контракты уничтожили. Она теперь чистенькая, и вот она выразила желание пообщаться со своим куратором. Мы не знали, что придет ангел, потому что крылья Вера, есть крылья у нее, у Елены? Но она в энергиях, я не вижу у нее. Она не, да. Крылья мы пока не видели. Поэтому, уважаемая Михаила,
Будете ли вы так великодушны ответить на вопросы, которые составила Елена для вас? Она говорит, я объясню. Пожалуйста. Я, во-первых, рада приветствовать всех вас. И Елену хочу поздравить с тем, что она сегодня узнает наконец-то, кто она есть. Надеюсь, ей будет легче с этим жить. Елена наш друг-ангел, но жизненные обстоятельства, после которых она получила столько интерференции, горе, очень принизили ее душу, и она сама сбилась с пути. Ушла из этих высоких вибраций. Да, у нее она не может раскрыть крылья. Понятно. Мы у нее убрали две огромные лярвы. Одна была на сердце. Также из сердца мы вытащили эту боль, которая там была. Там тоже такой клубок серый огромный был, который она с собой носила. Мы вытащили даже сущность кладбища, которая там поселилась на эти очень низкие вибрации. Мы очень надеемся, что сейчас после этого ее энергии придут в порядок, если она, безусловно... Она сейчас смеется и говорит, посмотрите на нее, даже сейчас она не может разлепить свои крылья. Дайте-ка я ей дам чистой ангельской энергии. Давайте. Какие вибрации идут от нее? Она вот так как руки вперед протянула, как отдает ей что-то, и пошли такие светлые потоки энергетические. И вот они как прорезали вот разницу между крыльями и тонким телом, как отлепили их, разделили. И она начала плакать, Елена. Вот. Она машет сейчас крыльями и плачет. Она говорит, что я так запуталась, как она говорит, закопалась в рутине, что... Забыла, кто сама есть, кем являешься. Да, то есть она, получается, прекратила свое развитие, вот так она говорит. Ну все, будем надеяться, с этого момента пойдет и развитие. Благодарю, уважаемая Михаила, за то, что вы сейчас дали ей энергии и помогли ей, наконец, встряхнуть уже крыльями ангельскими. И поэтому она благодарит Елена. Благодарит и крыльями так обнимает себя. Четыре ангела в комнате стоят. Мне так легко, говорит. Хорошо. Очень хорошо. Хорошо, уважаемая Михаила, я могу переходить с вашего разрешения к вопросам? Пожалуйста. Я сразу говорю, это вопросы она писала, я к ним не имею никакого отношения. Могут быть встречаться и с вашей точки зрения земные вопросы, примитивные, может показаться, потому что ангелов материально не интересует, насколько мы информированы. Но я буду читать, как все есть. Это ваша подопечная, она так написала. Просто продолжай. Хорошо. И первый вопрос. На каком уровне находится мое высшее я и как мне к нему обращаться? У тебя ангельская душа. На 12 уровне находится высшее я. Благодарю вас. Обращаться я не могу тебе сказать как. Поднимись и узнаешь сама. Я бы не рекомендовал ей подниматься, потому что там есть опасность подключения. Она не умеет проверять пока еще. Голограммы, копии, вот настоящее высшее я. Я поправлю. Когда ты встретишься с высшим я, тогда и узнаешь имя. Вот. Хорошо. Мы тоже можем ей в этом помочь. Но те, кто сами поднимается, для них это, для неподготовленных людей, действительно опасная вещь. Вот эти сущности, они очень согласна. Легко. Согласна. Я поехал тогда дальше. Второй вопрос. Моя миссия на Земле. Короткий вопрос. У ангела всех одна миссия. Свет нести. Абсолютно верно. Доброта. Ты потеряла свою доброту. Забила ее внутри себя. И стала жить по привычке. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько у меня кармических узлов и сколько осталось? Один остался. Сколько прошло? 4 прошло. Всего 5. Хорошо. Ее интересует такой вопрос. Кем я была в прошлой жизни? Где я жила? Когда жила? В прошлой жизни ты была мужчиной. Какие-то года были?
страна, род деятельности. 1718. Индеец. Американский. Ой. Северная Америка. Ага, так у нее, по идее, должен остаться этот жизненный опыт. Это шаманизм, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Атлантическая сторона Северной Америки. Атлантическая сторона Северной Америки. Хорошо, в любом случае индейцы всегда были связаны очень хорошо с астральным миром. И я думаю, у нее какой-то опыт все равно, какой-то она набрала там. Как вы оцените? Она воевала? Или он? Нет. Нет, больше предпринимательская деятельность, обмен. А, все понятно. Это как раз те годы, когда резервации, там борьба шла за резервации в Америке вместе с индейцами. Все понятно. Торговля. Благодарю вас. Я могу переходить к следующему вопросу? Да. Мое физическое состояние, белые пятна на теле, болезни. Я не знаю, что и вопросительный знак стоит. Я объясню. Пожалуйста. Твоя ангельская душа, она просилась наружу, а ты не могла изгармонизировать и дать волю. Своей душе развиваться. И вот это так проявляется на физическом уровне? Это как птица в клетке. Абсолютно верно. Она бьется и хочет вылететь. Я думал, это душевные переживания на физическом плане, на которые действительно можно видеть на теле. Это уже, конечно, очень интересная информация. Благодарю вас. Все болезни сперва проходят через тонкие тела, прежде чем появиться на физическом плане. Согласен. Поэтому мы и лечим тонкие тела, и человек выздоравливает на физическом плане. Шестой вопрос. Встречу ли я достойного мужчину, так как я вдова, и как я его узнаю? Будет зависеть от тебя, но мужчина есть по плану в твоей жизни. Добавьте еще пару слов, как ей надо изменить. Если ты будешь правильно использовать свои энергии, я уже говорила про доброту, угу. Она притянет. Притянет эти энергии. Все верно. Того, кого нужно. И это... Вообще... Это все. Своим, ты перекрыла себе все каналы своими привычками и рутиной. Или мне нужно будет после этого сеанса наверняка очень серьезно продумать свою жизнь и разобраться в ней и обязательно что-то изменить. Потому что после этой чистки... Реакцию. Реакцию, да? Она неправильно реагирует. Мы не можем вещи изменить, мы можем изменить нашу реакцию, абсолютно верно. Мы можем не реагировать так, как мы реагируем, и приводит это к последствиям. Это я говорю для Елены, разъясняя ей, потому чтобы не было вопросов, которые, возможно, будут. Хорошо, с этим разобрались. Седьмой вопрос, сразу за него извиняюсь. Мое материальное положение, вопросительный знак. Я уже сказала, ты по многим направлениям перекрыла себе. Каналы. И заполнила их рутиной и определенными, создала определенные привычки и реакции. Свою жизнь сделала однообразной. Меняй себя, открывайся. Разбуди свою доброту. Ты увидишь, как к тебе потянутся новые контакты, возможности, люди. Ветер перемен. Ветер перемен, абсолютно верно. Все начинается действительно изнутри, уважаемая новые Михаила. Новые струи. Да. Ну так и есть. Энергия притягивает одинаковую энергию. Злая энергия притягивает злых людей и злую энергию. Добрая энергия притягивает добрую энергетику. Ни те, ни другие не могут чувствовать себя хорошо, если, например, хороший человек с плохим общается или наоборот. А этот принцип – это космический закон. Изнутри все начинается. Человек этот свет зажигает, меняет свое сознание, и к нему начинают притягиваться хорошие вещи, хорошая работа, возможности, приятные люди, а не аферисты, обманщики и такого плана, как на Земле очень часто бывает. Извините, я добавил от себя. Продолжай. Хорошо. И самый последний вопрос. В чем моя вина, что мы не можем с дочерью найти общий язык? Я буду повторяться. Я понял. Это вся... Доброта и твоя реакция. Доброта и реакция.
время ребенка, какое оно есть. А ты спускаешь себя до ее уровня. И думаешь, она должна это понимать. Поменяй свою реакцию на ее поступки. Подари ей доброту. Только ты можешь изменить эти отношения. Благодарю вас, уважаемая Михаила, за этот глубокий ответ. Если вы хотите, больше вопросов у нас нет, если вы сейчас хотите что-то лично передать, на ушко шепнуть или озвучить для Елены что-то, вы можете это сейчас сделать, это будет самый лучший момент. Я же сказала все самое важное. Елене нужно переосмыслить это, переварить. И потом уже можно делать следующий шаг. Михаила, она может с вами выходить на связь? Она уже в состоянии? Конечно. Хорошо, давайте сделаем так. Нет, она должна сейчас принять себя. Она должна измениться. Выходить на связь. Все понятно. И должна поднять вибрации. А переосмыслить, и тогда она может выходить с вами на контакт. Очень хорошо. Уважаемая Михаила, благодарю вас за эти обстоятельные ответы, за информацию, которую вы дали Елене, ей она будет очень полезной. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики всем кураторам, учителям, ангелам, которые приходят к нам. Мы всегда исполняем желания, мы дарим им подарки. Если у вас есть какое-то желание, которое мы можем для вас материализовать, для нас бы было бы очень большой радостью вам этот подарок сделать. Васильки. Васильки. Отлично, Верочка. И давай. Сейчас в твоих руках появляется огромный букет васильков. 1, 2, 3. И передай, пожалуйста. Благодарю. И еще раз в твоих руках появляется наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. Большая корзинка. 1, 2, 3. Мы эту корзинку передаем Михаиле. Михаила поделится со своими друзьями-ангелами. Как это лишнее, но как приятно. Лишнего ничего не бывает. Пожалуйста. Благодарю вас. Это от нас, от Елены, за вашу помощь. За встречу. Елену. И мы благодарим вас и надеемся, ваши встречи будут со временем все чаще и чаще, но уже напрямую. И я на это надеюсь. Благодарю вас, Михаила. Еще одного ангела освободили. Сегодня ангелы будут праздновать наверху. Очень приятно. И нам приятно свою миссию исполнять. Ушла. Отлично, Верочка. Хорошо, мы закончили. Чистку будем возвращать тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Ты готова? Да. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждому органу, каждой извилинке головного мозга, проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, и отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Я здесь.